Пойду посмотрю, встретить отдел. Четвертый вратарь. Умница, Лёша, умница. Я побежал.
Да,
Давай,
А вы там зумом играете, да? Ну не так, как видит. Видит так, как пробил. Да я видел какой-нибудь. Я начали, блин, туда полдня, блин, для того, чтобы вот не было кромки, которую видно. Выше, выше, выше! Надо отдать должное, они еще как-то в эту погоду бегают. Алиса! Прими меня спокойно! Давай я приеду по звонку. Пока, Дима. Пока. Пускается туман. Да. Все сильнее, сильнее. Это успеет, мы с нами группой. Не, у вас свои. Леша!
Хорош, он не сел, хорош! Надо было еще взять. А там у них специальная такая материя, она 6 часов держит прямо горячие. 6 часов держит. 300 рублей. Каждый день такая погода, просто на каждый день. Они второй раз уже не будут, здесь уже как обычные клубки. С одной стороны и с другой стороны. Вот касание отца и человек вылетел в обороты. Конечно, вылетел в обороты, это там дело не будет. Помогай, Леха!
Красиво, блин. Хорошая задумка, блин. Вот это, вот такую погоду вся играли. Больше ничего не надо. Одно два касания. Больше обзора было, а здесь он остановил, потом он упал, уже было слишком близко к воротам. И сразу пустил его. А даже расплылся ноги, пускай мяч проскочит. Можно, но надо было мяч отпускать. Надо было пробовать мяч. Можно касание один. Да, лишнее вылез, а уже когда он пропался, ворота вот он как-то пришел. Хорошо, очень хорошо. Ты на 10 пасов ни одного не забей. Это был ты. Красиво! Пошли, пошли, Вася, назад, Вася, назад, да.
Сейчас,
Месяц назад.
Стоп!
Это примерно,
Не Давай, три. Два раза. Это третий. Это твой третий. Геннадий. Кого вы так внимательно смотрите? Нет, нет. Это штрафное, классный штрафной, дайте пробить Макалинова. Вот, мало сейчас это его точка. Да, выйдем на выходе, выйди ко мне. Срубил.
Давай, заканчивай. Да, поднимай. Выиграй! Например, чистит, да? Лёха, помогай!
Thank you.
Да, не сидит. Вас, 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 вас,
будем купить бомбу. Витя, возьми мяч, пожалуйста.